По информации Премгидромета, в период 16-23 декабря на большей территории Приморского края будет сохраняться пониженный температурный фон. Местами в разных районах края и в городе Владивосток 18-23 декабря ожидается период аномально холодной погоды. Также в отдельные ночи периода на севере центральных районов местами ожидается сильный мороз до минус 43 градусов и ниже. В связи с аномально низкими температурами Главное управление МЧС России по Приморскому краю убедительно просит граждан сократить пребывание на морозе и без необходимости не выходить на улицу. Особенно это касается маленьких детей. Во время холодов необходимо тщательно соблюдать меры предосторожности. В этот период возрастает количество случаев переохлаждения и обморожения. Также увеличивается число пожаров, связанных с использованием печей и обогревательных приборов. Гражданам необходимо соблюдать правила пожарной безопасности в быту. В случае, если попали в беду или стали свидетелем происшествия, незамедлительно звоните по телефону спасения 101 или 112.